Победу на ковре А одержал Алексей Киянкин, Республика Мордовия, мастер спорта. На ковер А приглашается Абдулин, Москва, Кабардино-Балкария, и Прикян, Красноярский край. Приготовится Альбиев Саркисян. На ковре С в красном трико Иван Карпов, Ямало-Ненецкий автономный округ, мастер спорта. В синем трико Алан Хугаев, заслуженный мастер спорта, Москва, Республика Алания, олимпийский чемпион Лондона 2012 года. Счет резко сократился. Встречу на центральном ковре судит бригада судей, руководитель ковра. Судья международной категории Аркадий Бердников, город Томск. Судья на ковре, судья международной категории Игорь Ермаков, город Краснодар. Боковой судья, судья международной категории Сергей Прошкин, Калмыкия. Внимание, в нашем зале присутствует заслуженный мастер спорта Советского Союза, чемпион Советского Союза, чемпион Европы, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, президент Федерации греко-римской борьбы Тюменской области Владимир Чебоксаров, город Тюмень. Спасибо. Давай.
На ковре А встречу судит бригада судей, руководитель ковра. Судья международной категории Владимир Трушин, город Ростов-на-Дону. Судья на ковре, судья международной категории Владимир Любимов, город Екатеринбург. Боковой судья, судья международной категории Наталья Пархоменко, город Краснодар. На ковре С победу одержал заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Алан Хугаев, Москва, Алания. На ковер С вызывается Виталий Какаев, Республика Северная Осетия, Алания, Алексей Скрябин, Новосибирская область. Скрябин, вызывайтесь на ковер С.
Победу на ковре А одержал Аслан Абдулин. Москва, Кабардино-Балкария, мастер спорта международного класса. На центральном ковре победу одержал Чингис Слобозанов, город Санкт-Петербург.